Друзья, всем привет! Не удивляйтесь, разбор видео не с мастерской, а с дома. И не буду показывать свою заспанную рожу, как говорил в этом «Джентльменах удачи». Говорит, точно, таксист спер, мне его рожа сразу не понравилась. А этот... Да рожи у нас у всех хороши, типа того. Ну, в общем, заспанная рожа не будет у нас сегодня в кадре. Но почему тороплюсь? Потому что если сегодня не сделаю, вы уже требуете с меня этот разбор. Потому что скоро Новый год, сегодня 20 или 19, не помню, но все равно плюс-минус это один день. А еще ж разучивать нужно. Поэтому на работу попаду, там у меня сегодня встречи, дела и так далее. Сегодня точно не сделаю. В общем, откладывать дальше некуда, делаю вот так. Без головы. Сегодня разбор без головы. Так и будет называться. Разбор без головы. Сделаю аккордами и мелодией. Постараюсь быстро. Давайте не тянуть. Поехали. Ничего не забыл? Ничего. С проигрышем, кстати, как просили, с проигрышем. Вот, все, проигрыш разобрал. Потому что проигрыш особо не покажешь. Давайте так, чуть-чуть... поверхностно, потому что проигрыш это уже такой уровень, когда этот проигрыш, допустим, человек может играть, он уже, в принципе, уже сам умеет подбирать. Но я покажу на всякий случай. В общем, проигрыш на этих аккордах только, на минорных, на минорном ряду. Вот этот диапазон. Давайте вот так аккуратненько. Одним пальцем не покажешь здесь. Вот такой проигрыш. Давайте на нем не будем зацикливаться. Теперь давайте басовая. А, нет, сыграть же нужно. Давайте по куплету аккордами и песен, и этой, ну, этой мелодии. Мы в городах и селах, никогда б не знали мы этих дней веселых. Не кружила б малышня возле снежной бабы, не педаляла бы лыжня, кабы, 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 кабы. Не педаляла бы лыжня, кабы, кабы, кабы. Теперь аккордами. Аккордами я дам ссылочку, здесь подсказочка будет на то, как аккордами играть любую песню. А теперь демонстрируем. Давайте медленно. Сразу это будет как вроде разбор. Кабы не было зимы в городах и селах, никогда б не знали мы этих дней веселых. Не кружила малышня возле снежной бабы, не пяляла бы лыжня, кабы, кабы, кабы. Не каляла бы лыжня, кабы, кабы, кабы. Вот, аккордами, считай, разобрали. А теперь мелодии. Давайте еще раз здесь повторюсь. Ля-ля-ля, ля-ми-ми-ля, соль-соль-соль, соль-до. Ре-ре-ре-ре, ля-ля-ля, ми-ми-ми-ми-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ми-ми-ля, соль-соль-соль-со-до-до. Ре-ре-ре-ре, ля-ля-ля, ми-ми-ми-ми-фа-фа. Ре-ре-ре-ре, ля-ля-ля, ми-ми-ми-ми-ля-ля. Все, это басовая часть. Теперь кнопочками. Постараюсь поближе, что ли. Ну, в принципе, и так близко. Кабы не было зимы в городах и селах, никогда б не знали мы этих дней веселых. Не кружила б малышня возле снежной бабы, не петляла бы лыжня, кабы, кабы, кабы. Не петляла бы лыжня, кабы, кабы, кабы. Давайте
еще раз немножечко были ошибочки, чтобы без запинок. Давайте. Кабы не было зимы в городах и селах, никогда б не знали мы этих дней веселых. Не кружила б малышня возле снежной бабы, не петляла бы лыжня, кабы, кабы, кабы. Не петляла бы лыжня, кабы, кабы, кабы. Аллилуйя! Получилось. Ну, отлично, надеюсь. Давайте в комментариях. Пишите благодарность. Шучу. Ну, если кому-то помогло, пишите просто замечания. Получилось у вас по моему разбору? И, может быть, хотели бы как-то еще чем-то дополнить. Может быть, что-то не видно. Если все хорошо видно, тоже пишите. Все хорошо видно, спасибо. Будет приятно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем делать разборы дальше. Ну и все остальное полезное. Будем продолжать все, что связано с гармонией. Всем удачи, музыки, добра. Еще раз извиняюсь, что сегодня не показываю свои бесстыжие глаза. Давайте пока.